28 июня мусульмане будут отмечать священный праздник – Курбан-Байрам. В Каспийске по этому случаю расположен загон с баранами для жертвоприношения. Отметим, что площадка для забоя скота будет располагаться на том же месте, что и в прошлом году, недалеко от заправки «Югнефтегаз» и торгового дома «Вента». Первые, как говорится, жертвенные животные уже ждут в своих загонах. Атмосфера праздника Курбан-Байрам будем передавать, показывать как для наших гостей, которые приехали посмотреть наши благодатные края, а также будем создавать все условия для тех, кто хочет порезать жертвенное животное. Отметим, что на период Курбан-Байрама благотворительный фонд «Инсан» может организовать для вас праздник. Все, что вам нужно будет сделать, это лишь обратиться в филиал фонда по адресу Чапаева 1. Обратиться к нашим сотрудникам и заполнить купон на Курбан-Байрам. Стоимость жертвенного животного при этой услуге стоит 11 тысяч рублей. Мы вашу часть, мы купим за вас жертвенное животное, порежем его за вас, разделаем вашу часть, привезем вам до дома, а оставшуюся часть раздадим нуждающимся нашего города. В преддверии священного праздника руководитель благотворительного фонда «Инсан» Ансар Курбанов обратился ко всем жителям и поздравил с Курбан-Байрамом. Поздравить всех нас с этим большим праздником для всех мусульман Идуль-Адха, Курбан-Байрам. Пусть Всевышний примет от вас, от нас, от каждого ваше жертвенное закалывание, ваш курбан, и воздаст каждому многократном размере.